кустах. Привет, испанец. Долго я еще буду на Еписе кататься? Слушай, на таком классном танке не кататься, это же прям преступление. Кстати, на него не так уж много до мастера и надо. Я думаю, там в районе 2050 все, что вышло, уже мастер. Но на Фоше Флай это ты про мой бой или про свой? Потому что у меня тоже на Рене Зихре это был неплохой бой, где я еще Колобанова взял. Тоже на Фоше. Ну, в общем, я по поводу всех этих гайдов, я вот, как говорю, я уже начал этим заниматься, а выбрал несколько реплеев, сделаю парочку видосиков, посмотрю, как народ отреагирует. Если взлетит, то почему нет? Буду на постоянной основе их делать. Амуницион танка трафи. Хорошо, что бат у нас на гору залез. Ну да, вот у меня как раз на Зигфриде был очень неплохой бой. Но опять же, ну Флайн, ты же помнишь этот бой? Ну там просто противники все сделали, чтобы я выиграл. Как я, кстати, много раз отмечал, ребят, в таких боях все-таки, ну, без ошибок противника такие бои не затащить просто никак. Это кто такой там есть? Да ладно, как же так? Просто тот бачат наверху, ну неужели нельзя было ему съехать и убить эту 54-ю?
Трагер дожил до конца боя и нанес 593 урона. Единственный урон, который он сделал, это он попал по мне, ребята. Вот как может так человек играть? Ведь он выжил. Он дожил до конца урона. Ой, до конца боя и... А, ну понятно, 46%. Вот. Смотрите, на втором уровне 71%, а на восьмом 45%, на десятом 46%. Зато на втором 63%. Еще один. Вот это я понимаю, парень. Привет, Редел. Да? Вот это я понимаю, супер чувак. Слов даже нет. Не, ну здорово, да? На танке второго уровня 71% побед, а на трагере, ну не на самом слабом танке 10 уровня, у него 47%. Ну, теперь-то я нисколько не удивлен, почему он всего один урон за бой сдал. За 5 минут ушли на перерыв, киберспортсмен, ничего себе. Это, кстати, довольно-таки медленно, иногда за пару минут все уходят отдыхать. Случаются и такие. $800 000 голды, а это что за турнир, в котором ты участвуешь? Не пуха вам там. Покрошите всех. Ну и из тебя 100 000 голды, кстати. Спасибо, пожалуйста. Отлично, арту убили, вообще лучше. Опала. Мне вот интересно, где... Нет, уже не интересно, надо ехать спасать парней. Да где не считаешь? Уху! Бэм!
Ой, как мне нравится это делать. I can do this all day. Кто это мне пробил? Ох, ребята, вот это бой.
Вы только посмотрите на вот это 2782. Hey, Fosco. Good timing, man. That was a really good game. Советанг, да, EasyJet, Кирюха ушел в Real Life. Работа, жена, семья, футбол. Да, обязательно, ребята, это я запилю в гайд, потому что бой получился действительно очень неплохой. И потанковал, и подамагал. И это вообще новый рекорд у меня на EP7. Предыдущий мой был что-то 2750, а это 2782. Вообще супер. Вот это бой и мне очень понравился самому. Иногда бывают такие бои, да, вот вроде все отлично, много дамаги, много фрагов и все такое, но вот, ну, плохой бой получается. Либо стоишь где-то на месте, настреливаешь, либо еще что-то. Но вот в этом случае прям все прошло хорошо. Hello, hello, everyone. Ну, я вообще думал, что все уже конец, если честно. Когда вот я ошибся, на, ну, думал объехать его с другой стороны, когда промахнулся, не пробил его, он выехал, выстрелил в меня, я срикошетил, откуда думаю, ну все, это надо, типа, шансы. Потом я врываюсь на эту Т-95, а там сзади из третьей, думаю, ну что теперь мне делать? Воу, воу. What the hell, man? Relax. Everything is gonna be fine. Так, а на EP7 мы победили. Правда, я там сыграл очень плохо. Серж Брюшайл, да, вот я как раз об этом говорил уже, что планировал какие-нибудь гайды помутить. Вот еще один у меня реплейчик как раз под гайдик. Yeah, already banned him. Hey, Edger. Да, кстати, вот очень повезло, что в самом начале мы вырубили арту, и я себя чувствовал очень спокойно. Don't spare, please, Quantum. Yeah, my stream is like lullaby. If you want to sleep, you can watch my streams. Стой, танк, не надо, пожалуйста, ругаться. Ведь всегда же можно характеризовать человека нормальными словами. Я просто сам не ругаюсь и не люблю, чтобы у меня в чате ругались. Да, шикарный все-таки бой получился, ребята. Когда такие бои получаются, я всегда сам рад. Веселое, бодрое, танковое рубилово. Yeah, stop the pie. И нет, так меня засветили.
О, еще один Т-95. Надеюсь, это не тот Т-95 из прошлого боя. Да ладно, с первого же выстрела выбил мне наводчика. Ребята, это катастрофа. Просто слов нет, это реально катастрофа. Ну ладно, 71, я тебя еще отомщу. Убейте, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Даже не попал. Что за дела? Да и семь, я не понимаю, что. Давно бы выехал, фуловый почти. Пробил его. Е-е-е, фугасик вперед. Не сработал фугасик. Вот так тебе. А то видишь, ты сразу мне наводчика выбивать. Непорядок. Танки трафин, бензин. Ты прав, проставил. Я забыл посмотреть. У меня вроде должно хватать перков, чтобы взять мастера на все руки. Сейчас я именно этим и займусь. Спасибо, что ты напомнил мне про это. Пока прости, не могу твой ник прочитать. Кстати, очередные 2000. Так, мастер на все руки. Мастер на все руки. Обойдусь без орлиного глаза тогда пока. Все-таки маскировка важнее, чем орлиный глаз.
Ну да, я, ребят, я как бы сразу определил, кого мне убрать. Естественно, орлиный глаз. Нет, все-таки, ну вообще, я прям безумно рад этому бою. 2782. Омега тут недавно выдал 3100 на Еписе. Тоже там Ридли Уолтерсы, больше 9000 дамаги, куча засвета. Практически весь дамаг по своему засвету, в общем, нормально. Ну почему бесполезная? Он дает 2% обзора, даже когда не с триплексами все окей. То есть получается радиоперехват и орлиный глаз в сумме дают то же самое, что и, например, шоколадка. Эта шоколадка дает плюс 10% к скиллам, но там получается плюс 5% к обзору. И получается, что шоколадка то же самое, что орлиный глаз и радиоперехват. Если я ничего не путаю, ребят, может кто поправит меня, если я не прав. Ну, по-моему, так, то есть шоколадка 10% скиллы, но реально 5%. А вот и радио, вот этот глаз и перехват, они как бы как дают 2%, так дают вместе 5%. Почем покупал с кресла? Ну, в районе 7-8 тысяч у нас стоит, в зависимости от того, где покупать. Чуть ниже трансляции там есть название этого кресла, если интересно, можете посмотреть. Там в Яндекс.Маркете какого-нибудь бить и сразу будет понятно, что где сколько стоит. ВГ ничего не сказал, просто извинились, что типа неправильно забанили. Крита Шатева. Пробивается, товарищ. Кошки шалятся. Куда ему там не попал? Камон. И даже таран не понадобился. Просто разорвало его фугасом. А почему? Почему? Крейзи 1375 просто нарезает круги.
Давай, мига сразу. Опять корона на респе. Танкист, шнайпер. Так, а сразу надо этот реплейчик-то. На Рунберге же он был, да? Я настоящий. Ну, даже не знаю. Я вот, кстати, кого не смотрел, так это я ни разу Дезертода не сходил на стрим. Надо будет зайти посмотреть, что он вообще из себя представляет. Я просто много про него слышал, про него, но сам никогда стрима не смотрел. Да, и я против Арни дрался. Все такое. Освежевал парочку отрядов морских котиков. Варды напоминает. Ну, посмотрим. Слушай, ну это очень здорово, что я вот так. Ха-ха. Вы, кстати, видели, ребята? Он уже вниз съезжал, у него там была маленькая полосочка НЛД, видно, я прям в эту полосочку ему попал. Магнифицент. Так, ну там скорее всего стоит тоже какая-то ПТХ, я боюсь вот этого. Так, ну один уже там точно не стоит. Вообще, я бы вот, если вот эти вот двое меня поддержали, я бы вот туда к ним нырнул. Ну, я даже без поддержки их нырнул. Воу, нет. Отказать.
Кстати, тоже неплохой трек вот сейчас начинает играть, мне нравится очень. Очень интересная музыка. Что-то я сейчас растрачу все свои подкалиберы. Пазик сзади фугасами стреляет. Ну, камон, убейте его, пожалуйста. Кстати, как я и говорил, 268 как раз там тусил, где я боялся, вот с той стороны стоит. Ничего себе, 150 боев в день, да я сам очень редко столько боев в день играл. Это как бы очень много, 150 боев в день. Ну опять же, смотря как ты играешь. Если, например, как на каких-нибудь светляках, там можно хоть по 600 боев в день играть. Очередной мастер. Сколько уже этих мастеров было сегодня? Но все-таки прикольно, я убил Якпоста. Мне понравилось. Прям четко залетели все 4 снаряда. Так, оп-оп-оп. Не 4-3. Да, 4. Вообще красава. У меня тут был стрим, я уже про это рассказал, когда вот я задонатил до борща, выкупил борща, начал стрим, и закончил стрим, когда я сыграл две игры на пазике четвертом. И всего за этот стрим я сыграл около 160 игр. Так, ну, не знаю, даже либо в ПТ играть, либо поехать. Хотя, ну, Вазик поехал светить, я постоял.
Ну, ребят, по поводу спора 62 против 140, ну, каждый выбирает то, что ему действительно лучше. А пушка-то не опускается. Я попал ему прямо в пушку. О нет. Даже вот так вот. Нет, не попал, кажется. Я почему-то подумал, что я попал по этому ИСу. Крита Шатева. Спасибо, Лорен. Там 54-й сверху был пазик в кустах, а он выстрелил именно в шотного Т-54Е1. Thank you.
Насчет партнерки не писал. Да, тебе, у меня мало же зрителей и часопросмотров. Мне не дадут. Я чувствую себя действительно глупо, когда я сюда один катаюсь. Почему никто не ездит в город? Нормально, 1600 уже ФВ получил. Все. ФВ покатался. Домирак. А я даже не знаю, если честно, тебе, Лен, куда писать. Надо будет посмотреть. И что там писать? У Люцика всегда смотрит больше 1000 человек, разве нет? Ну, у них там две ФВХи на базе стоят. Thank you.
шотганом Сталин. Как хорошо, что здесь такие мутирующие цветы стоят. Что, промахнулся, да? Да, Страйк может и молчит, зато играет просто на недоступном уровне. Вот, а мы еще и проиграли на Лихолофе. Спасибо Лорейну. Штурбанфюрер. Ну зачем он это сделал? Я просто таких людей не понимаю. Иногда бывает оправданно, даже вот представим ситуацию, вообще, что я просто вот, он один, да, в засвете, и я с ним сражаюсь. Это еще можно понять. Но сзади меня стоит пазик, который, скорее всего, выйдет меня добивать. А на горе стоит 54-й фуловый, ну, почти фуловый, шот, ну, которого я шоттал, который в меня стреляет. Там уже 74-й, а он стреляет в шотного Т-54. Не, ну, вот как? Зачем?
Нет, конечно, не факт, что как бы если бы он меня не убил, я бы что-то там смог сделать, потому что все-таки вся четверка была сверху. Опять же, тот же пазик и 704, скорее всего, меня бы убили. Ну, возможно, еще пару шотов я дал бы, а может быть там, ну кто его знает, всякие рикошеты туда-сюда. Еще посражался, а так, ну, глупо получилось, конечно. Просто не надо, пожалуйста, ругаться спокойненько. Изъясняйся, пожалуйста. Без всяких аутистов, ёпта и так далее. Я такие вещи не люблю. Хо-хо-хо. Просто бум. И 1100 с чем-то попал. Это интересно, кто? Там же мне рентгеном светит, по идее. Да, еще и 34-ка там стреляет. Ладно, рисковать и бежать от. Ну, 54-й красавец. Можно, конечно, попробовать выехать на него, на них. Но боюсь, что... Плохая идея, ну ладно. Да, это плохая идея. Я когда увидел Титанчики в первый раз, что знакомого, я еще у него спрашивал, слушай, а тут типа, ну я видел, что он не убивает всегда, он попадает и так далее, типа спросил его, а что там, за попадание тоже дается опыт и кредит, он типа, только нет, только за убийство. Я такой еще подумал, удивился, думал, ничего себе, только за убийство, это же, ты же не всегда уже все остальное, что ты стреляешь, ты зря делаешь. Yeah, Фоско. Where's your sword, Фоско? You didn't log in on Twitch, or what happened?
I thought I gave you the moderation long ago. Кровер, комп у меня чуть ниже трансляции, там есть ТТХ моего компа. Не, yeah, вот was really bad move. Доброе утро, доброе. Well, I can see your, can't see your sword. Where is it? Maybe it's just me. Evan Fury, was that Google Translate? Опачки. И Артулька. Он попал, кстати. Убить статиста. Ну, трагер, давай, на тебя надежда. Зачем? А как наш трагер уже? Я почему поехал сейчас в раш, потому что я боялся, что меня сзади убьет 268.
А, вообще супер, я катаюсь даже без одного из модулей, только сейчас заметил. Стол я Аксенов. Вот такое разрешение, игра оптимизирована. Вообще, оптимизация и World of Tanks — это совершенно два несовместимых слова. Игра полностью не оптимизирована и не зависит от того, на каком разрешении ты играешь. Не знаю насчет правильной вещи и по поводу врываться и много урона. Серега, пока. Что такое? ИСУ по центру врывается. Как вам это нравится, ребята? Все, покатался ИСУ. Так, мой насрочный велик. А че он не ломается? Там с обрезом пазик. Давно ли я стримлю? Ну, уже порядочно так. Полгодика-то, наверное, точно. Парни молодцы, я смотрю, там все в порядке у них. Ладно, просто спокойно выехал. Я сотый. Как я мог? Так я просто волос. Я так и знал, что там меня ждет бабаха.
ворвался я профессионально. Я боял, рано встал или я еще спать не ложился? Нет, я еще не ложился спать. Ой, ребята, смотрите, какой неплохой расклад всего. Две девятки. Жалко за дефенс, за атаку я бы показал бы им, как на парапетике там на F6 гулять. Уже кто-то там жарит. Т-34, 29. Супер. Сразу за свет. Ой, вот это было смешно, ребята. Так.
Да, вот бы углов чуть побольше. Он был бы вообще все супер. Just was written. Так, ну там есть 75-й продавит, я думаю, парни. Что, не можешь стрелять, друг? Получается, наверху может быть только и сухо. Да, по-моему. Восемьсот шестнадцать. И так повезло с Альфой ему. Привет, Киплер. Ребят, очередной мастер. Я реально уже сбился со счета, сколько их я уже сегодня получил на Еписе. Какой день сегодня везучий. Мастер, фломастер очередной. Кстати, еще и 62 тысячи серебра нафармил.
Епись супер, конечно. Лучший танк войны. Ну или, по крайней мере, один из. Judge, what they're talking about. Я катаюсь на том и на том. Просто в основном я катаюсь сейчас на Епсе. Не знаю почему, потому что я на нем давно не катался уже. И вот решил покататься. На 55 я еще успею покататься, я думаю. А на тигра? На тигра у меня экипаж не очень хороший. Я вот как раз вот начал их на тигре качать этот экипаж. Он только вот несколько баев у меня сыграл на Еписе, а так все время на Тигре сидел. Привет, Форест Гамп. Из Франции. Привет, Франция. Да, надо читы врубать срочно, ты меня забанит. А, ребята, небольшой перерыв. Ты имеешь в виду вот это, Карл? Вот такая вот интересная штука. Все, я отошел. Да, Киплер, я и не только с мытого выкинул стабилизатор, еще и с Паттона, и с Еписи обычного. Я вот что-то катаюсь, и особо я пока родел. Вот единственное, вот на бате я точно не буду убирать. Ну точнее как, на бате я думал попробовать убрать стабилизатор, поставить вентиль. А на СТБ это просто 1000000%, что нужно обязательно ставить стабилизатор. Вот как раз его сейчас сюда и поставим. Вот на СТБ, к сожалению, очень плохо стабилизированная пушка, еще и сведение 2.3. В общем, на нем стабилизатор нужен. А вот на Еписях я вот катаюсь, я особо что-то разницы не замечаю никакой. Это вот я вот на ФВ, что со стабилизатором катал, что без стабилизатора, вообще никакой разницы.